На внеплановом заседании Думы кипят споры. Одна из самых острых тем – передача полномочий на рекламную деятельность от городской к региональной власти. Законопроект на рассмотрение предложил губернатор Дмитрий Миронов. Заместитель председателя областного правительства Роман Колесов утверждает – преимущества очевидны. Увеличение поступлений в консолидированный бюджет Ярославской области как минимум в два раза, существующих 45 миллионов рублей, которые имеем на сегодняшнюю дату, до 90-100 миллионов рублей в год. А также разработка единого оформления рекламных конструкций и создание дополнительных 500 рекламных площадок. Ответственность за деятельность возложат на новый орган – Центр кадастровой оценки. То есть теперь правила игры для всех одинаковые, однако депутаты соглашаться не торопятся. Многие озадачены судьбой районов, не потеряют ли они в доходах. Ответ обнадежил. Поступления от рекламной деятельности не перераспределяются. Они так и остаются в муниципальных образованиях. Законопроект принят, в силу вступит с 1 января 2018-го. Много вопросов вызвали поправки в областной бюджет на следующий год. Объем расходов уменьшен почти на 30 миллионов рублей. Но сокращение имеет экономическое обоснование. Сокращение финансирования тех статей, где сложилась экономия от торгов. Эти средства сейчас снимались. То есть других сокращений нет. Бюджет как был социально ориентирован, так и остается. И основные статьи вообще не затронуты в бюджете поправками. В расходной части предлагается увеличить средства на 187 миллионов для погашения выпадающих доходов ресурсовикам области и на 22 миллиона для зарплаты работникам социальной защиты. Изменения, которые были предприняты, они были направлены на то, чтобы максимально полно закрыть все расходные обязательства, в том числе за счет бюджетного кредита, который правительству удалось привлечь из федерального бюджета. Поэтому за счет этого уменьшилась, соответственно, сумма кредиторской задолженности, которая может перейти на следующий год. Корректировка доходов и расходов бюджета произведена с учетом решений федеральных органов власти. Соответствующие поправки правительства региона также приняты. Александра Панкратова, Денис Лосев. День в событиях.